Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 января. Память святого мученика Донакта, чтеца. Святой мученик Донакт был родом из Иллирии, из города Авлона, и состоял чтецом церковным. Во время нашествия язычников он взял церковные сосуды, чтобы спрятать их от неверных, но в одном месте был захвачен ими. Язычники понуждали его принести жертву их богу Дионису. Но святой Донакт не повиновался им и претерпел мученическую кончину, пронзенный мечом. Кончина последовала во втором веке. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.